прошла справа от усадьбы Деда Мороза. Здесь идет обширное строительство береговой зоны, облагораживание. Смотрю, вырыто еще одно русло. Вот так. Таким вот образом вот это облагораживание. Здесь я вижу, что отсюда отсюда. И выстроена площадка по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Очень замечательная площадка, надо обязательно сюда прийти. Сейчас я доведу ее. И все мы внимательно посмотрим. Вот такой терем. Ну, наверное, к «Алисе в стране чудес» не имеет никакого отношения. Немножко не та стилистика. Ну, тоже можно. Вижу, не буду проходить через заросли. Вот так. Вот она аллея. По мотивам «Алисы в стране чудес». Такие замечательные пенечки с грибочками. Обрамляют урны. Вот со всех сторон мы это видим. О! Тут не только «Алиса в стране чудес». Тут еще и множество других сказок. Не узнаю в гриме. Так. Баба-яга варит свое зелье. Одна баба-яга. Эту старушку я тоже как-то не очень узнаю. Маму стыду. Итак. Кто здесь? А, вероятно, 12 месяцев. Вот он. Да, точно. Вот он у нас декабрь, январь, февраль, март. Август с арбузами. Здорово. Мне очень нравится. Идем дальше по аллее. Это похоже изумрудный город. Указатель тут прекрасный. Ага. Изумрудный город, розовая страна, желтая страна, страна мигунов, страна живунов. Вот у нас Татошка, Элли. Ага, вот точно. Указатели. Железный дровосек. Страшила. Гудвин. Стелла. Какая-то очень большая стелла. Это что тут у нас написали по ней? Добрая и могущественная. Дальше идем. Ай, улыбка чеширского кота. С чеширским котом вместе. Ай, лапынка. Что еще? Тра-ля-ля и тру-ля-ля. Розы красят. Перекрашивают. Расстроенные. Черепаха Квази на камне, как тут пишут. Угу.
Так, ну и по порядку. Соня мышь. Разбитая чашка с часами. Мартовский заяц. Ну и безумный шляпник, как же без него. Розовые фламинго для игры в крикет. А там впереди виднеется шахматная королева. Нет, не шахматная. Червонная королева. Червонная королева. Вот она такая тут. С розовым фламинго в руках. Снова тру-ля-ля и тру-ля-ля. Лев на камне. Ну и гусеница. Вверх я на грибе.